Всем доброго времени суток. Всем привет. Сегодня мы наконец-то с Наташей добрались до Hitman Absolution, но начнем с Hitman Sniper Challenge. Это демка, которая вышла перед Hitman Absolution, которая показывала, ну, новый уровень графики, там все такое. В общем, обновленную игру. Ой. Скрит, спасибо за донатик. Во имя Нати. Урня и котиков. Здоровья Нати и регенерации. Да, регенерация мне. А вот донатики на Хитмане, конечно, будут странно смотреться. Особенно ня. Особенно всякие ня, а там еще и ур. Ну и есть. Ладно. Ну и я ладно. Думаю, пофигу. Да пофигу. На сюжетные какие-то моменты говоришь, как я буду стараться отключать. Закидывают. Успокойся уже, давай продолжать. Все, давай, время. Дэн, спасибо за подарочную подписку. Ломе, поздравляю. Поиграем. Чего поиграем? На чем я там говорил-то? Скрит, спасибо за 100 битов. Ну вот, они хайп-трейн запускают. А почему этот Хитман? А мы всех предыдущих Хитманов играли. У нас остался Absolution, и потом остальные Хитманы. Там уже немного останется. Ладно, давайте смотреть демку. Супер Кекус, спасибо за 50 битов. Добро пожаловать в Чикаго, солнце мое. Ваша главная цель — Ричард Стронг-младший, директор Stallion Armaments, крупный производитель оружия. Ричард Стронг необычайно скрытен и очень редко появляется на публике, поэтому лучшая возможность действовать представится во время его краткого появления на ежегодном корпоративе. Но помните о том, что там будет очень много свидетелей. Наш клиент хочет, чтобы Ричард Стронг был уничтожен вместе со всеми его телохранителями. Очевидно, расправа должна быть показательной. Ричард Стронг очень пунктуален и проведет со своими сотрудниками не более 15 минут. Ровно в 6 он покинет территорию, поэтому следите за часами. Однако там будет много возможностей сделать все по-тихому. Я знаю, вы это любите. Удачи, 40 секунд. Прям эпик такой. Это, по-моему, самая эпичная поездка на лифте была. Лысая башка, дай пирожка. Кстати, да, озвучка же еще. Надеюсь, вам хорошо видно крышу 47-й. Ваша главная цель прибывает. Ну, видно, конечно, но так себе. Я как бы демку очень-очень давно играл, поэтому я чуть-чуть как бы знаю, но это было так давно. А что, вот его это можно прямо сейчас? Это ваша главная цель. Ричард Стронг. Уже можно? Я не знаю. Наверное, можно, но это будет... Да-да-да. Надо почитать, там F1 было написано. Скрит, спасибо большое за подписку подарочную. BuxXXL, поздравляю с подпиской. Вот Нате надо всю атмосферу испортить шуткой. Да я могу. Здравствуйте, 47-й. Ваша главная цель — Ричард Стронг-младший, директор Stallion Armaments. Крупный производитель оружия, бла-бла-бла. Ну, тут все это нам рассказали. Вот, условия. Уничтожить Ричарда Стронга-младшего, уничтожить как можно больше телохранителей Стронга. А, вот оно что. Прыжок ниндзя. Прикончить нелепого ниндзя. Проклятые голуби мешаются. А, голуби. Проклятые голуби мешаются. Бассенджер, спасибо тебе за 3 подарочные подписки. Лоррейн, Кристоша и Рейк,
Поздравляю вас с подписками. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я не буду, наверное, зачитывать все вот эти испытания. Какие получится выбить случайно, те получится. Да, чат не дает поиграть. Ты можешь каких-нибудь дальних сначала поврубать. Да, да, да. Которых не видят. Но у нас 15 минут. И тут прикол в том, что тела надо прятать. Внизу. Или их могут найти. Идет. Идет да, вот этот. Да, да, да. Скорее, вопрос, спасибо. Ходит ли там еще кто-то? Но мне его прятать негде. Вот проблема. Ой, это что это такое? Кто тут без меня? Сега, спасибо. Это Саша Урков, да? Специально? Нет, не специально. Застрял. Упадет? Упал. Словно его и не было никогда. Спрятано. О, стоит. То есть, смотри, видишь, смотри, я там как еще бы... один стоит. Как он не увидел-то? Но он не спрячется. Мне его надо убивать где-то в другом месте. О, идет еще какой-то. Смотри, он сейчас сюда же подойдет. Да, но я его не смогу в эту сторону завалить. Если только, может быть, по ноге как-то. Я не знаю, как это работает. Фигушки. Нет. Все понятно. Значит, надо этого снять еще. А что не в голову? Было бы неплохо убрать охрану по краям. Улицы внизу в это время пустые. Краям. Улицы-то, может, пустые, как их скинуть туда? Умная такая стоит там. Вот стоит. Именно. Я не знаю, здесь же всякие разные фишки есть с отвлечением. Там. Это надо изучать, конечно. Это да. Прям уточка. Углубляться. Резиновые утята. Надо всех утят подстрелить. В этот, в воду его. А что не показали-то? Куда он там упал? Не, он не долетел до бассейна. Еще идет. А, это другой. Это наш клиент, это наш идет. Клиент. Он сейчас увидит. А нет, не увидит. Или увидит. Или не сейчас. Опс. А почему не бесшумный? Цели уходят. Уничтожьте их и выбирайтесь оттуда. Какие еще цели уходят? Куда уходят? А я не знаю, какие так... цели. Я же убил главного. Я обнаружен. А если я вот этот щиток вырублю, он вырубается? Да. Можно вот так было сделать. Блестящий 47-й. Классическая засада в лифте. Ну так, я же обнаружен. А кто меня обнаружил-то вот? Да, ну ищи, кто тебя обнаружил. А зачем ты в этот выстрелил? Что ты делаешь? Ачивки. Ачивки он делает. Прикиньте, да? А какие цели? Я же убил главного. А, нет, здесь не пишут. Ты старшего, по-моему, убил. Они... Нет, ну подожди, он же один, вроде младший, только и приехал. Здесь надо очень оставшиеся долго и активно. Цели, возможно, прячутся. Тебе охрану, видимо, добить надо. Видимо, да. Изучать надо, говорю, уровень этот, прям вот, чтобы пройти его по-интересному. Что-то ты запряжение большое берешь. Нормально я взял, но не попал. Нет. Прекрасно, 47-й. Двигайтесь к выходу. Агент, ну, все, он сбежал, все следы. Это они сбежали. Ну, охранник сбежал. Да, да. Фиговенько получилось, на самом деле. Фиговенько, но мне апгрейды какие-то дают. Увеличивает емкость магазина на один попрятались патрон. Попрятались все. Базовый счет 23 тысячи, время 4.15. 122 тысячи. Бесшумной убийцы нет. Переиграть. Давайте еще разочек. Надеюсь, вам хорошо видно крышу 47-й. Ваша главная цель прибывает. Да. Кстати, Shift можно же нажимать. Отлично.
Нестандартное решение 47-й. Мне нравится. Да мне тоже понравилось. О, было бы неплохо стоит. Убрать охрану по краям. Улицы внизу в это время пустые. Шикарно. И здесь вот он еще подойдет к краю. Вот. Ушел, да? Да-да-да. Ушел. Ушел. Вот этот хорошо прям стоит в воду, его можно было бы. Успел бы, может быть. Все спокойно, говорят. А уже нет, ладно. Нужно как-то вот изобретать прямо всякие крутые вещи. О, о, сейчас подойдет к краю. О, встал. Я каждый раз пугаюсь, что это не попало. Там задержка идет. Ну да, расстояние-то большое. Я понимаю, почему. А я каждый раз пугаюсь. Получится его? Нет, не получится, далеко стоит. Зато вот этот ходит, я смотрю. Ну он с этой стороны, он не упадет. О. О, стоит хорошо прям. Слышишь? Есть. Yeah, хорошо пошел. X5. Что это за штучка? Что будет, если я по ней выстрелю? Дайте ему F5 уже. Да, F5 было бы в тему. Он прям бы проверял все штучки. Самое классное... С другой стороны, у тебя 15 минут целых. Ты можешь что-то все разглядывать и смотреть, как это все работает. Да это так кажется, что 15 минут это много. На самом деле 15 минут это так мало. Ну вот мы знаем, что вот этот, допустим, в бассейн не улетает. Его бесполезно тут убивать. Гад. Может, он как-нибудь приходит потом куда-нибудь. По низу там еще подходит. Стоит-то хорошо. Ну, нормально. Слушай, никто не заметил. Они разошлись, потому что, поэтому не заметил никто. Угу. До этого тут толпа была. Да-да-да. Чё орём? Слышь, они там ручат. Саша, не занимайся вот этой ерундой. Может, снять вот этого? Заметит его кто-нибудь? Я не знаю. Свалился! Нет. А куда он свалился? Он сам остался. Он свалился куда-то ниже, вот сюда на балкончик. А туда как раз головнюк придет. А, нет, не туда. Он вправо. А он не всплывет? Не всплывет. Мы сейчас сделаем звонок. Будем надеяться, что цель выглянет наружу. О. А какая? Так вот же он ходит, нет? Цель. Да, это да. Ваша главная цель. Ричард Стронг. И охранник. Охранник. Зараза. Сейчас уйдет. Он так хорошо у бассейна стоит. Цели уходят. Уничтожьте их и выбирайтесь оттуда. Да ладно. Там еще стоит тут наверху, посмотри. Левее. Вот, да. Ты опять напряжение. Ну, смотри, нормально. Не попал. Саша, там... Дядька бегает, а ты его вообще забыл про него. Ну, вот где он теперь? Вот где он? Убежал. А какого фига ты его отпустил? Ну, я голубя увидел. Да они быстро так бегают. Да, конечно. Я по ноге голубь попался. Голубь сидел, этот бежал. Почему ты голубя-то стрелял? Зачем ты вот это делаешь? Ага. Я думал, можно выбить вот эту штучку. Все, они свалили все. Оставшиеся все свалили. Цели, возможно, прячутся. Доверяйте инстинктам 47-й. Я слабо представляю, как тут можно перебить все и всех идеально. Я понимаю, что есть такие люди, которые это сделали. Не, ну надо было сначала, наверное, охранников поискать, побить. А потом уже главную цель. Прекрасно, 47-й. Все, закончили. Двигайтесь к выходу. Агентство зачистит все следы.
Вот зачем ты дядьку убил? Он сидел в такой штуке странной. У него мозг посасывал? Я думал, это на ачивку надо. Ну вот, минус 10 тысяч получил. Зачем? Потому что штука непонятная. Ладно, еще разок. Ну ты сейчас знаешь уже все, где стоят. Надеюсь, вам хорошо видно крышу 47-й. Ваша главная цель — прибывание. Пока этот там приходит, мы сейчас быстренько по балконам шерстим, да? Нестандартное решение 47-й. Который к краям мне подходит. Мне нравится. Нет, нет. Да, нет, не получится. Где-то там еще хоть... О, во, вот этот вот. Было бы неплохо убрать охрану по краям. Улицы внизу, в это время пустые. А потом, когда они разойдутся, мы тут... Счетчик есть. Да. Внизу сколько охранников осталось. Да? Да, слева. А, все вижу, мне там загораживает. В смысле не бесшумный? А... Не дождались. Ну ладно. Он стоял же тут. Я думал, он ушел уже. А чего он там сидит? Он меня триггерит. Подойди меня и убей. У него там шапочка из фольги, он телевизор смотрит. Ну что ты? А, да? Ну. Это из фольги шапочка? Саша, из фольги. Точно. И займись делом. Вон там дядька стоит слева. На балконе. Слева на балконе. Вон он. А, это не дядька. Ну давай тогда, которая... Это считается нормально, все не просто а. Так. Блин, у такая глазастая дядька на балконе. Да, Саша там шапочку вместе с головой отстрелял. Там, по-моему, никого не будет, так что все нормально. Затруняюсь. Вот в идеале теперь подстрелить вот этого. О, вот этот сейчас на краю идет. Вот этот ходит тут. Вертолет на площадке, который... Это так хорошо мимо воды идет. Это кто-то. Вертолет на площадку, смотри. Так. Охранник. Присел такой. Давай тех, которые. Вот этого хорошо было бы снять, он вниз ушел бы. А получится, ну попробуй. Ну вот, не знаю. Нет, ноги торчат! Помог. Вот этого надо подкараулить. Сейчас он в бассейн встанет. Физика, да, физика работает. Нам осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек, что ли? А, ну там наверху еще ходит. Да. Тут вот двое ходят. Да-да-да. Сейчас, наверное, к бассейну подойдет. Как минимум вот троих вижу. Вот этот, наверное. Вот да? Это, да. Где-то еще был тут, ходил, нет? Ну сейчас, сейчас мы... Во-во-во, встал. Странно. Что он там пытается найти? Монетки считает. Говорит, о, я богат. Сейчас все разойдутся. Так, здесь нельзя пока никого трогать. Где-то еще 6 человек. Так вот, ходят же. Тут левее еще кто-то был. Сидел, который на лавочке. Где он? Его в воду не получится, наверное. Если... Надо смотреть, куда он еще подходит. Вот эта вот штучка непонятная. Может, если ее подстрелить, что-то произойдет? Она на всех столиках стоит такая штучка. Мы сейчас сделаем звонок. Будем надеяться, что цель выглянет наружу. Мы не успели там почистить. Ой, как они хорошо стояли. Ну, это будет, наверное, не бесшумный выстрел. Попробуй, убийство. Я не знаю. Обнаружил. Надо было раньше где-то уследить это. Давай еще раз. Опа. Ёлки, моталки, палки. 47-й. Главная цель уходит. Снимите его, пока он не сбежал. А, так он убегает. Нет. Это мина. Где там главная цель-то? Он же сбегает. Вон он. Это пошел. Ваша главная цель. Ричард Стронг. Иди. Вон он бежит навстречу. К вертолету, да, бежит? И охранник. Не успеет. Да, не успеет. Давай,
Есть. Ладно. Цели уходят. Уничтожьте один их и выбирайтесь оттуда. Ищи его. Бегающий где-то. Нет, 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 это обычное. В доме где-то, наверное. Не-не-не. А чего мина не взорвалась? Да зачем она тебе нужна? Саша, ищи охрану. Оставшиеся цели, возможно, прячутся. Доверяйте инстинктам, 47-й. Каким инстинктам-то? Скажите, где он сидит. Все. Прекрасно, 47-й. Ну, двигайтесь ладно. К выходу. Агентство зачистит все следы. По-моему, это было не так плохо, как могло бы быть. Мы там, вот знали бы, что они там встают к краю. Наверху, которые. Угу. Можно было чуть раньше. Ну, тут несколько попыток надо сделать, я так понимаю. Не, вертолет неуязвим. Бесполезно. Хорошая мина, скучающий бурундук, никаких голубей, прыжок ниндзя. Вот, наверное, ниндзя где-то и остался, да? Или ниндзя это какой-то дополнительный? Не знаю. Там подсказка, которая Trail Instinct подсвечивает, что ли? Так, ну-ка. А, я видел, кстати, это Trail, все забывал ее нажать, да. Надеюсь, вам хорошо видно крышу 47-го. У лифта. Ваша главная цель прибывает. А, понял, что... У лифта, давай время. Мы же знаем сейчас, кого надо брать, пока этот не пролетел. О, ты не попал! Он головой шевелит. Так, я не понимаю, как его не... Балконы. Не видит. Мне нравится. Было бы неплохо убрать охрану. А то потом ловите. Улицы внизу в это время пустые. С левой стороны там, по-моему, кто-то еще. Нет, пока. Еще не пришел. А, уже ушел. Ушел, да, вот эти двое. Там еще не ходит. Ну ладно, пока не подсвечивают, ты же знаешь, где кто. Смотри-ка, вот он туда смотрит, может его туда как-то. Хотя нет, нет, нет смысла. Не. Смотри по другому балкону. Где кто, Саш? Ой, выключи подсказку, она так в уши шепчет. Ага. А, не вижу, что там. Нет, он не упал. Ну, теперь уже. Тут просто должен... Поторопился немножко, да? И этот будет сюда выходить? Все, а нет, вроде тут все, больше все, не все. Ходил, хорошо, двоих хорошо. Я снял. Давай дальше. Внизу там на балконах еще ходил один. Ага. Где он? Ох. Чего ты тут? Ага, нормально все. Мне кажется, его как-то можно спрятать. Он сам спрятался. Нормально. Да нормально. А, нет, смотри-ка, сидел. Во, вот теперь спрятан. Ага. Но у тебя боезапас ограничен. Если что. Ну да, кстати. Как-то хорошо там стоял-то, оказывается. Ну да, надо было поглядывать, а теперь опять будет ходить, бродить. О, сейчас к воде подойдет, вот этот, внизу. Вот этого вот сюда можно скинуть, смотри. Да-да-да-да-да. Успеешь? Но его на ходу надо. Нет, сейчас его заметят. А, вот, так вот, вот он тут стоит. Слева давай пока. И где он там стоит? О, мой, за деревом. Это я перезаряжаюсь. Вот да. Он где-то... Вот он. Есть. Ты почему вниз пошел? Все, упустили момент. Вероятно. Сейчас пойдет на лавочку сидеть. А, так это он вот тут стоит. А, да? Курит, да. Подходит и курить начинает. Сейчас мы его будем спихивать. Я думал, мне инстинкт этот подсветит. А, ну вот, подсвечивает. Объекты, с которыми можно взаимодействовать. Ну пусть курит пока тут стоит. Мы сейчас сделаем звонок. Будем надеяться, что цель выглянет наружу. Так, а ты куда пошел? Тут их двое. Двое. Да, сейчас разойдутся. И мы их там... У нас 5 человек еще. Кстати, его это можно тут грохнуть. Это ваша главная цель. Ричард Строн. Кого-то нашли, труп где-то нашли. Во-во, лови его. Ага.
Ай, сейчас уйдет, нет? Ну да, уходит. Ну давай мы его вертолету потом, когда побежит, уберем. Это будет не очень бесшумно, но. Не видно. То есть наверх все-таки еще приходят. Третий. Вот эти двое остались. Стал. Фига он с такой скоростью ходит. А, чего у вас? Что вы тут ходите-то? Три человека, кстати, так, осталось. Один на вот вертолетную они. Площадку пошел, смотри. Вот это да. Давай сейчас. И спихивай его. Пихай его. Есть поиски. Услышали, да? Ай, ладно, уже не до жира, да? Да. Один остался. Да, давай быстрее. Есть. Все, давай, где там главнюк? Я главнюка убил уже. Да, когда? Он же вроде в дом зашел. Ну хватит его уже ползти. Саша, смотри, что творит, а. Не, наверное, не получится. 27. Да, по идее, я все закончил же. Оставшиеся цели, возможно, прячутся. Ну. Доверяйте инстинктам, 47-й. Какие оставшиеся? Ты, по-моему, главного не убил, нет? Да убил же. Я убил главнюка. Ну я же говорю, не убил. А, не убил? Что, спорит со мной? А кто тут стоял? Да там просто охранник стоял. Он поговорил и пошел внутрь, ну. Да нет а же. Я еще сказала, говорю, мы его на пути к вертолету потом убьем. Странно. Кто ты? Мне казалось, я его грохнул там. А, точно, он ушел, а я его... Я охранника убил. Точно. Надо его миной подорвать. Если ему в бутылку пальну? А, не пальну. Угу. Это вот так работает. Я и не ожидал. Давай я его завалю уже и все. Да, давай. Хотя это будет не будет хорошим убийством. Ладно, пусть идет. А куда он сейчас пойдет? Вот куда он? Пошел наверх опять? Нет. Допивать пошел. Что тут еще есть из трогательного? А уточка же. Гномик слева внизу на балконе. Надо три уточки найти. Вот я знаю, где две. Они, наверное, расположение меняют. Нет, вот еще уточка. Где еще, интересно, одна уточка? Где наша цель? Куда ушел? Вон он наверху ходит. Ну все, я его тут валю. Давай. Сейчас выйдет. Станет около. А, вот и уточка. Охрана вот на уточке 47. Эту я снес вроде. Ладно. В прошлый раз даже лучше получилось. По за счет времени, просто. Наверное. Да. Ну тут просто долго. Он, считай, целый цикл сделал. Сходил вниз, попил, еще вернулся обратно. Ну ладно. Давай дальше. В смысле, еще раз? Нет, дальше. Потому что дальше это не еще раз. Ну ладно. Сейчас, секунду, хотел глянуть. Вот улучшение. У нас. Улучшение есть. Требуется 1 миллион очков. А, то есть тут накопительная система идет. Можно облегчать ход затвора, увеличивая скорость стрельбы, да. А, магазин, контроль дыхания улучшенный.
Магазин, затвор, горловина, контроль дыхания. А, ну тут никаких таких прям, может, существенных и нет. А вот есть еще испытания. Что за прыжок ниндзя, я без понятия. Но вот эти штуки, они, я так понимаю, увеличивают количество очков, которые я максимум могу заработать. Точнее, модификатор увеличивает очков. Тебе вот подсказывают в чатике, это бонусы для Абсолюшена, не для этой игры. Это бонусы для Абсолюшена, не для этой игры? В смысле? То есть вот это вот, если я... Нет, это доступно в Hitman Absolution. А остальные, смотрите, недоступны же. Ну да, там подписано. Ну, многое доступно. А, нет, смотри-ка, получается, что да, то все, что я тут разблокирую, становится доступным в Абсолюшене. Ну, а я бы... Ну, нифига тут 50 миллионов наиграть. Хотя, наверное, если все вот эти испытания каждый раз выбивать, знать, где вот этот ниндзя нелепый находится, где вот эти голуби все, какой-то бурундук скучающий не попал на вечеринку, что это, я не знаю. Какой-то слава патриоту, это нокаут. Остановить вторжение гномов, всех гномов пострелять, видимо. Бесплатная поездка в лифте, вот это единственное, что я выбиваю в самом начале. Активировать мины. 1.05 модификатор. Все? Этим больше не наливать, это ловушка. Завершить миссию за 2,5 минуты. Уничтожьте все цели выстрелами в голову. Устраните улики, оставленные стриптизершей. Какие улики? Трусы где-то, наверное. Наверное. Кто этот человек? Это, наверное, тот, который в фольге. Почему модификатор счета? А как его тогда чекнуть? Подстрелить летящего голубя? Нифига модификатор 1.20. Резиновый утята, вот. Пострелять. Так, еще разочек. Саша. Я просто хочу посмотреть с этим, со странным человеком. Как пропустить-то? Чат говорит, хочет, чтобы я 50 миллионов убивал. Ваша главная цель прибывает. А что мне с ним сделать? Телек попробую. Перед ним телек стоит. Нет? Нет. Нет. Ну, может, это не он? Попробую выше взять. Может, это и правда не он? Башку снес. А ниже что там в доме? Чей-то компьютер был. Шапку он пробовал, но он башку оторвал ему. Может быть, повыше взять? Может быть, еще выше, да, но я не знаю. Нет, он умирает. Убивает. Хотя я не понимаю, как он умирает от этого. Может, у него голова такой формы? Вытянутый такой. Ага. Вытянутый. Бутылка? Ну да, но я до нее не дотягиваюсь. Это вот минимум, который я могу опустить. Угу. В общем, Саша просто разглядывает. Что это? Гражданский. А что это? Я вообще даже там не... медведь какой-то был. Ролевые игры, что ли? Да, возможно. Ну ладно. Ой, какой любопытство кто. Панда. Саша, в общем, подстреливает все, что не подозрительное. Проверяет. Я вообще не поняла, что это там было. Там медведь был. Типа. Было бы неплохо убрать охрану по краю. Улицы внизу в это время пустые. Где еще гномы? Вот с этим что-то не так. Его можно спустить по лестнице? Да нет. Наверное, нет. Пойдешь смотреть, что там? Ну, нормально все, стекло лопнуло, ну, подумаешь, господи. Словно его и не было.
гном. Второй гном, ага. Мы сейчас сделаем звонок. Будем надеяться, что цель выглянет наружу. А сколько этих гномов? О! Они появляются. В смысле не без шума? Возьмите, ну, значит, ситуацию под контроль. Кто-то где-то чего-то услышал, увидел. Чего? Охранники нашли тело. Тело нашли. Не забывайте заметать следы. Ага. А где? Вот. Лежит. Понятно. Ладно. Не хочет. Все, никакой тебе физики. Как? Так, в руку же стреляю. А гном, кстати, появляется. То есть я здесь его убиваю, он потом там появился. А потом переместился вот здесь уже появился. Потому что здесь гнома не было. Вроде бы. Да? Ну ладно. И как бы вот... Где-то... Ну, в общем, это, конечно, все очень интересно, но я думаю, что да, наверное, надо с этим делом закругляться и идти играть нормально. А чего где? Низ дурацко. Нам еще надо... Там еще что-то было. Ниндзя дурацкая, говорю. А, ниндзя, вот, да. И голубь в полете. И что-то там со стриптизершей. Да-да-да. Упс. Не поняла. Фига он уклонился. Матрица. Опа, хорошо. Осталось 10 минут, 47-й. Да ладно тебе. Он, там сейчас главарь со смеху просто помрет. Ну вот голубь. А что ты его не стрельнул? Ну я не знаю, что-то жалко вдруг стало. Внезапно, да? А, голубей тоже надо стрелять. Штук. Слева загорается сколько штук. Да. Ну, я поэтому и говорю. Про голубей. Еще одного в полете надо. То есть, если он где-то сидит, его надо спугнуть, а и потом подстрелить. Потом в полете подстрелить, да. Ну-ка, наклонись, посмотри, что там. Ну, да не будет он наклоняться. Что там, Саша? О! Все, прошел, пошел. Ага, нормально, спрятался. Да. А я даже и не смотрела, что там сверху шкала появляется. Сколько? А горгулью, мне кажется, у тебя 23 нельзя. Пульки осталось. Не, горгулья, ей пофиг вообще. Где еще один гном? Я уточку третью нашел. Ой. Три уточки, все. Может, вот это вот сапог от стриптизерши остался? Может быть. Это ваша главная цель, Ричард Стронг. Ого! В смысле? Ну вот, что-то необычное, видимо, нужно. Или она раскидала вещи свои по всему дому. Вот, уго. Ого. Ну, да. То есть там не только труселя. 18 патронов осталось. Труселей, возможно, и не было. Падай. Оп, обнаружен. Кто обнаружен? Как обнаружен? Ну, подсвети. Ну, видимо, вот этот обнаружил. Ну, бей его. Поник. А у лифта, кстати, не сняли. О,
Вот здесь что-то можно сделать, мне кажется, потому что бочки подстреливаются. И что? Несчастный случай подстроить можно. А. Ну, это все равно будет очень видно, и труп это обнаружится. Он стоит там прямо у края. А, ну там... Голубь, кстати, сидит вот. Не пробил, да? Ага. Не пробил. Да что ты двигаешься так? Пистолет такой полетел. Хоть записывай, где кто находится. Нет. Да у тебя сейчас уже патрон закончится. Ну да. Ой. Ой, там... Не попал. Один труп! Ужас, ужас! Алярм! Цели уходят. Уничтожьте их и выбирайтесь отсюда. Ха-ха-ха. Всё, все валят. А чё ты его там в доме-то не попытался даже? Не, не успеешь. Всё. Да ладно. Я гнома ищу вообще. Вот проблема у человека, да? Гномов он ищет. Ага, ну уточек-то нашел. Вот медведя нашел. Гражданского гроба. О, бежит, а медведь бежит, это бежит, кто бежит, нам бежит, дал? Охранник. Что нам дал, точнее? Оставшиеся цели, всё, возможно, прячутся. Конечно, прячутся. А, скучающий бурундук, это бурундук был в окошке. Ну, он считается просто ачивкой, и считай, ты минус себе очки сам делаешь. А почему бесплатная поездка в лифте достала, сделалась? Доверяйте инстинктам, 47-й. Я доверяю. О, ниндзя! Ниндзя, да! Последний... Нет, Саша, больше не надо попыток. Ниндзю хочу сбить просто, и все. Ёлки с палками! Я сейчас только собью ниндзю, и все. Конечно. Ваша главная цель прибывает. Это был ассасин! Да-да-да! Далеко летит. Как ты хорошо стоишь-то. Его даже никто не заметил. Всё, ребята, продолжения ассасина не будет. Пришел Саша и все испортил. Было бы неплохо убрать охрану по краю. А чего ты его не бьешь? Улицы внизу в это время пустые. Ну, ну вот он ушел. Че ты не стрелял-то его? Сейчас. Он еще и попасть не может. Че, попал? Да нет, он... Как? Ну вот и что? Зачем это надо было тогда? Все как в старые добрые. Я не знаю. Приятно. Это ловушка, но сработала же. Ушел. Это идет к краю, и там снизу тоже идет к краю. На балконе. На балконе сейчас подойдет куда нужно. Во-во, встал. Ну, падай. Да ладно, фиг с ним, там уже никто не ходит. Да? Саш, не трать пульки, там наверху, да, у вертолетной площадки. Потом останутся, попробуешь. У меня еще уточек. Так. Рано, рано я начал их тут стрелять, тут еще не разошлись. Угу. Ну ладно. Ниндзю нашел и хорошо. Давай следующую миссию. А где бурундук-то скучающий? Он еще не пришел. 47-й. Вот он. Главная цель уходит. Снимите его, пока он не сбежал. Это точно бурундук? Пишет, что да. Почему он мне не засчитывается? Или он мне уже засчитался? Может, это накопительно идет вообще? Вообще накопительно, не за раз. Это там нельзя за раз делать.
А, нет, смотри, как, ну мы все на месте. Почему вот этот не засчитывается там? Вон он, гном. Пора исчезнуть. Все, заканчивай. Все, гномов сделал. Счастливый. Довольно Саша ачивок наделал. Ага, толку только. Это накопительное, точно. То есть мне модификатор увеличивает каждый раз, получается, когда я все это делаю, и потом модификатор увеличивается. Не обязательно за один раз. Понятно. А я думал, надо все вот это вот прям в процессе набить, настрелять, и потом добить цели всех. Я думаю, где пули-то взять-то? Да. Еще. Не. Не-не-не. Давайте следующее. Хотя в целом интересно сделано. То есть вот голубей я не настрелял. Бурундука я нашел. Патриота какого-то не сделал. Гномов сделал. Курс на понижение сделал. Хорошую мину не сделал. Ловушку сделал. Тут так-то дофига, конечно. Мистер Икс какой-то. Что такое? Вот человек-загадка не нашли. Уничтожьте все цели выстрелами в голову. Угу. То есть, видишь, уже получается. Угу. Не одну попытку придется сделать, наверное. Да. Да. Да не буду я за кадром. Наверное, это делать. Ладно, со снайпер челлендж мы будем считать, что мы закончили. А мне там всего одна миссия, что ли? Да, все, вот одна миссия. Народ, когда она вышла, народ тут просто такие всякие финты отмачивал. Понятно, я-то думала, еще какие-то миссии будут. Не. Поэтому я торопила тебя. А чего, играем дальше? А какие у тебя планы там дальше? Хитмана играть. А, ну давай Хитмана, все. А как же 50 миллионов? Не, здесь, конечно, есть определенный плюс в том, что мы себе качаем Хитмана, ну, улучшение в Хитмане. Не, ну ты можешь снова поиграть потом, поставлять там. Ну, 50 там миллионов набить, а у меня только миллион набит. Я думаю, это... Но модификатор-то увеличивается. Модификатор увеличивается.